Сейчас мы находимся возле кинотеатра «Киевская Русь» и пойдем по ходу движения трамваев, которые идут на сторону Подола. Проходим английское посольство и движемся дальше по ходу трамвая вниз. Значит, мы идем короткой дорогой на гору Щековица или Олегова гора. Значит, сейчас мы поворачиваем, дошли до чего? До Львовского квартала. Львовский квартал, идем вниз. Идем дальше, проходим слева Львовский квартал, а справа посольство Азербайджана. Новостройки Киева проходим по улице Глубочинской. На новостроек улицы Лукьяновской сейчас немножко срежем путь. Пойдем по этим ступенькам. Ступеньки временные, деревянные. Итак, будем идти еще, наверное, минут 20. Ступеньки, сама лестница находится в тени. Ну, многие здесь проходят, чтобы срезать путь. Увидим мечеть, да? Ну да, находится Киевская мечеть главная. И кладбище. Как? Мусульманское кладбище. Старообрядческое. Каждая ступенька шевелится. Решили, как это, зайти или посетить. Площадка называется смотровая. 270 градусов. Почему-то так ее назвали. Оттуда можно увидеть Подол, Виноградарь, что еще там, Петровку. Сейчас дворами выходим на улицу Лукьяновскую. Там что-то здесь какой-то, со всех сторон жилые дома. Такой райончик жилой. Тихий. И не слышно шума машин. Через арку выйдем на проезжую часть. По улице Лукьяновской дошли до мечети. Ну все равно, может, давай пойдем на Щековицу. Снимаешь? Да. Ну вот куда мы заходим. Старообрядческое кладбище. Старообрядческое кладбище. Здесь мы поднимемся на саму гору. А смотровая площадка чуть-чуть дальше. Мечеть, которая находится в Киеве. А через дорогу уже идут постройки. Идем по каким-то хущам. Хащам. Хащам. И вот вышли мы на гору Щековицы. Но меня там, наверное, не слышно. Ты же говоришь. Меня не слышно, наверное, а ты что-нибудь говори. Ну, говорю, что мы прошли два кладбища. Кладбище старообрядцев и мусульманское. Оно находится вот там. В хащах. И вышли на гору Щековица. Ну вот она и есть, тут смотровая, все видно. А в карте мы закладывали свой маршрут, и нам показали почему-то другое место. Другое это там у нас находится смотровая площадка. Ну, сейчас мы здесь постоим, и потом покажем обзор и сходим на смотровую площадку. Аня не захотела с нами идти, пошла гулять с Дарьей. О, вот.
Вот такой внизу вид. И, ну, рассказывай, где что тут. Да я откуда знаю? Ты же знаешь. Ну, это Подол и Оболонь. Ну, это какая дорога? Это как-то Среднеюрковская или Средняя. Парень запустил... Мавик какой-нибудь. Или DJI. Вышли с кладбища, с горы Щековица. Прошли мечеть. А справа такое строение. Проходим по улице Олеговская. Строение 43D. Слева школа. Должны обойти и выйти на смотровую площадку. Пришли в школу. Здесь новая спортивная площадка возводится. И вышли к гаражам. Надо пройти вдоль этих гаражей. Вот Олеговская 44. Наверное. Это Олеговская 42. Мы идем дальше. Там дальше тоже гаражи. Вот действительно, здесь куча каких-то разбитых запорожцев. Движение машин, как, блин, на Крещатике. Кто здесь катается вообще? Это гаражи, значит, машины. Чтоб было где оставить. Идем, идем, идем. Надо все-все гаражи вдоль пройти. И здесь. И здесь. Проем. Пещерка. И сюда вводят экскурсии. Кто хочет попасть на неизвестную смотровую площадку, вам сюда. Здесь откроется еще красивее вид. И вот мы почти у цели. Киев у наших ног. Тут тоже желающие отдохнуть приходят и сидят красотами. Вон триангулятор. Заросли, человеческий рост. Разные компании собираются. Пойдем, давай сначала триангулятор. Ты дернула очень сильно. Не надо включать, ты ближе это. Что? Зачем? Я пофотографирую. Да я и так тебя фотографирую. Так, вот мы пришли сюда, к этому кресту. Триангуляторе тоже, на триангуляторе тоже. Здесь такое сооружение из квадрата, треугольника. И вот панорама Подола открывается нам. Таня там стоит, высматривает что-то. Сейчас подойдем поближе, и она скажет пару слов. Я, правда, не знаю, где что именно находится. Но могу сказать точно, что вон там Московский мост. И чуть-чуть влево начинается Оболонь. Это желто-коричневое здание. Не знаю, что?
Ну, это около станции Контрактовая площадь. Построили такой дом, который все хотят снести, то не снести. Но торговый люди... дом, да? Нет, там нет? Люди... это жилой дом, но там выкупили все люди квартиры. А, вон дальше колесо обозрения. Да. На Контрактовой, которая... Ну, красивый вид. Приходите и любуйтесь.